Ребята, угадайте, почему я такая радостная? Да, правильно, мы сегодня идем с вами на Алёнин день рождения. И да, это влог. Короче, не будем медлить, погнали, приятного просмотра. Так, я уже пришла в торговый центр и сейчас будем... А, вот она, блогеры, как всегда, в деле. Привет! Привет! Всем покажу слово. Спасибо. Смотри, это будет только специально для тебя. Ой, как это мило! Вечером. Без 15:11. Ален, какой у тебя размер талии? А я что, знаешь ты? Ну, сантиметр, я знаю. Я такая не присела. Она мне вот такую красивую присылает. Я такая, ступаешь, что ли? Три. Бонжорно же есть, захотел. Не, снимай вместе с этой. Или тебе это так считает? Бонжорно же есть. Сегодня мы поздравляем просто офигенную девочку, крутую, классную, красивую Алену Графску. Мы ее называем Леди через бедро. Леди бедро. И желаем ей добиться всего самого хорошего, чего она хотела и не хотела. И также, чтобы осталась такой же красивой, классной, веселой, улыбающейся, да. Вот. И жизнерадостной. Это самое главное. А, и чтобы ОГ не заводила. Ну, это пофиг. Все равно в шарах стали, кто мог думать? Знаю его поздравления. Я что, буду во влоге, да? Да. Что ты раздеваешься? Заела. Что ты скажешь? Это самое лучшее поздравление. Так скажу. Именно спасибо тебе большое. Теперь ждем Настасью. Настасья, мы тебя ждем. Итак, Алена. Она даже на меня не смотрит, но не важно. Она раздевается всегда. Вот, я желаю тебе счастья. Я желаю тебе найти второй половинку. Погоди, на Спартак. Счастья, здоровья. Нет, как бы, чтобы стала идеальной женщиной, чтобы была такой же жизнерадостной, веселой, как сейчас. Ну, да, можешь меня, конечно, не снимать. Что-то снимай. Вот. Чтобы у нас с тобой в дальнейшем получались очень крутые видео. Девочки, а сейчас реклама. Мне не платили, поэтому спасибо всем. Все, спасибо. Спасибо, конечно, это шикарный поздравление. Это было лучшее поздравление. Вас получил? Нет. Мы делаем селфи. Вот, смотрите. Ой, девочки, я не понял, в чем прикол. Почему я не помещаю в кадр? Потому что ты жирная. Мой канал. Давай. Давайте вот. Нет, давай. Сейчас будем играть в боулинг. Вот да, сейчас будем забивать тут все кегли. Что вы так его недооцениваете? Мы уже надели ботиночки для боулинга. Вот сам боулинг, кегли, мячи. Вот мячики здесь уже играют. Кстати, играют в бильярд. Прикольно. Сейчас Настя забивает. Давай! Молодец! Возьмем 11-килограммовый мяч. Ща, видите. Нет. Давай. Так, три кегли пока забила. Берем второй мяч. Сколько? Вот. Возьмем 9 килограмм. Черт! Нет, смотри. Сколько?
это реклама. Все, слышишь, слышишь. Ребята, посмотрите, что у меня произошло. Я подняла мяч весом 9 килограмм, и у меня сломался ноготь. Пипец. Ты можешь? Все, все, все. Только что вышли с боулинга, там такие проблемы, глюки начались. Там пипец, там у мальчика, значит, было сначала где-то 60 с чем-то, да? Вот, а потом стало 102. Хорошо. У мальчика у Васи. Откуда они знают, что такое Вася? Все Васи знают, ты чё? Мы пришли кушать на Стасе. Ой, нет, я в каждом видео целую их. Всем привет. И тебе тоже привет. Нет, уходи. Да, я вырежу. Не надо его вырезать. Мне нравится ее пучок. Покажи свой пучок. Я это какашечка называю. Это был конец нашей дружбы. Всем пока. С какашкой на голове все равно ты осталась. И с ней тоже конец дружбы. Так, Николь, продолжаем наш влог. Скажи про какашку, вообще вот тема. Я прическа похожа на какашку. Я ухожу, всем пока. Алена надела футболку Эмиля. Вы знаете, какие страсти здесь происходят? Алена надела футболку Эмиля, и это точно о чем-то просто говорит. Это все за кадром осталось. А да. На ней еще написано «Love on the run». Представляете, если дети потом будут встречаться, то мы вам это уже сказали. Да. Ребята, мы с Настей будем даже тихши перед, несмотря на то, что они да. Они такие, нет, но мы-то знаем все, мы знаем правду. Биг Мак. Какой у нас заказ? Какой заказ номер? О, да. Меня оставили здесь следить за вещами. Ждем заказик. Да, сейчас будем кайфовать. Она у тебя. Да. Вот мой чикен премьер. Мы уже наелись и объелись, да, Настя? Сейчас будем кушать Макфлори вместо тортика. Это Ауэлл. Ребята, я уже пришла, мне очень понравился день рождения, было все очень круто, вкусно, но боулинг что-то глючил, ну ничего страшного, мне очень понравилось, мы самое главное повеселились, и это круто. А тебе спасибо за просмотр моего видео, обязательно ставь лайки, обязательно подписывайся на мой канал, ведь это очень-очень-очень-очень важно. И подписывайся на мой ТикТок и Инстаграм, ссылочка на них будет в описании под видео. А я с тобой прощаюсь, пока-пока!